стрелочка записи. Это было бы дичь вообще, если бы эта хрень призывала еще. Капец. Столько ударов. Опять твой килл. Может, Лавасу не стоит тратить на это ману? Все равно рано или поздно мы ее убьем. Лавас мне стан накинул землетрясением. Так, вампир идет. Это обычный вампир. Че, здесь будем? Ну тут такое. Тут удобное. Опять место отстойное. Да, неудобное. Ага. Надо на... где-то, чтобы граница уровня была такая же ломаная. Ты молоток кинул. Да, да. У меня место. У меня он скорости слишком много снимает. Слишком тяжелый. Сумоним в стенах. Ну такое. Нет, надо у. Ну, а хотя. Какая разница? Ну, в стенах, как бы у края уровня, если сломают стены, то не страшно, не так страшно тут. Ну, если Вирм, например, Power Вирм призовет, сломает стены и призовет кого-то, все равно один фиг надо улетать. Без. С такими стенами еще опаснее. Значит, надо идти наверх. Смысл на лестницу только вот саму нет, я вообще не понимаю. Типа вот так? Да. Ну давай. Поехали. Ты бы лучше палки перезаряжал. Но они напрягают. А мы заберем, а ты палки перезаряжай. Бесит вообще. Ладно. Забирай.
а что случилось? У меня что, палка сгорела? Ты на лаве. Ну все, на сегодня все. Не, не все сгорели. Две осталось. У меня еще дома лежат много. Надо копнуть этим дигом, а не... А это, ты на руну не можешь? Ну так, могу, наверное. Давай суммоним, сколько есть пока. У меня там 4 заряда. Я перезаряжаю. Вот и еще 7, погнали. Не-не, давай, давай, давай. Окей, окей, давай. Ты просто сказал все это ключево. Не, я буду заряжать, пока они не сломаются. Окей, я уж подумал, это морсы. Чьи это уники все вообще, я не помню. По-моему, лаваса. Вон опять этот демон идет. Да. А удивлен, что она не снимает. Я помню, ее как-то била, она прям вещи снимала жестко. Ты бьешь ее, нет? Да, моя. Во. Это моя. Давай. Так, сейчас. Ты весь так, что ли, заряжаешь? У меня две всего. Okay. Я их по две всегда заряжу. Все это время. Чтоб быстрее было. Надо макрос. Давай дальше. Даже не заряду. Еще почему-то не всегда кто-то свет погасил. Кто-то выключился. Пятнадцать. Но, честно говоря, лут, опыт идут так себе. То есть где-то там быстрее, да? Где-то там, в Cloud Plains. Ну, милишником там не походишь особо. Особенно свободно, как там, без всяких заморочек. О, Холи Гидра. Капец, это всего лишь Холи Гидра. Это лишь Гидра. Я, конечно, на арене убивал Джиберворка, но... Убил? Да. Ну, как-то стрёмно. Я его не смог. Вот. Его я не тунканул. Да ладно. Да, не смог вообще. А, здрасте. А, рунг нет. Надо убрать лут и... Проверяй твою сторону. Все. Окей. Давай дальше. Вот в этом и опасность. Самонит еще. Странно, что мы ни одного глопа не призвали. Почему-то, блин, часто не сумуется. Все. Сломались? Да.
хочешь отсюда его бить? Ну зачем? Что, я ничего не делал? Это делал? Я этого не делал, кстати. Все, он свалил, короче. Идет. Че вообще на уровне? На это уже все забили давно. А мы хоть раз видели анмейкеров? Тут их нет, наверное. Застрял. А ну и фиксим тогда. Ну чё, я тогда? Да, иди тогда. Сколько у тебя палок? Там много, 13. Или сколько там? Столько. Чувствую, потом фармить опять придется. Блин, надо паладинов качать у него. Я не могу... Или мимика, потому что... Блин, напиши лавасу, куда я, да. А то я вылетел. Чё там паладин? Надо, я думаю, надо паладина, либо мимика оружейного вкачать, потому что этот мимик не может... носите много тяжелых вещей. Ага, ну да. Так бы я сам палки самона приносил и перезаряжал. Ну, парочку-то можно, наверное. Ну вот только если парочку. Они тяжелые очень. Сколько они весят? Каждая? Два? Четыре? Двенадцать штук, 60 весит. Ну да, по 4. Стоп, даже больше. Да офигеть, блин. Надо бы тебя в пати добавлять. Чай прилечу уже. Блин, я думал, в Незрел можно, типа, вещи, которые тут упали, пока их не вынес там с данжа или с этой карты, отдавать другим, даже если они у тебя в инвентаре. Так, тебя в пати надо добавить. Так. Гом? Поехали. Вот чей это хрен? Я не знаю, не мой. Это не... это лаваса. Потому что у меня тоже серый. О, здрасте. Крутяк. То, что нужно. У меня закончились палки стен. Надо будет. Так, надо проверить под лутом. А осталось, окей. Что под лутом руну? Да, проверили. Ну, давай, гон. Опять. Этих ру. Да. Блин, палки закончились же. Какая-то.
все. Го. Все, зарядов нет. Так, на рунах. Выкидываем палки на рунах. Чье это золото? Моё. Чего? НБ. Чего? НБ. Он хочет Н. Я думал, идет уже. Не, я сразу чек, не идет. Сорок четыре. Давай, поехали. Поехали? Да. Может из-за лестницы не призываться? Так призывается уже. Иногда нет. Нет, не должно. Вот. О. Стоим. Зато они опыта много дают. Ну, поэтому, кстати, попадает больше сейчас. Третье тогда около лестницы самое жесткое было, по ней вообще косили. И то тоже. Так, амулетик. Ну ладно, по луту Cloud Plains точно выгоднее. Магам можно просто ходить, чистить волты иногда полностью. Ну что ж. С кучей драконов будет хороший лут. Надо бы всех забрать. Господи, как хотите. А, все, 10 минут. Ну, последний раз где-то. Два наши раза. О, ты видел, он ты пошел сюда? Нет. Я занят палками. Какие же эти бесячие драконрайдеры? А что там произошло? Да ничего. Я хотел сделать место, чтобы его побить. Ты прям так хочешь его? Он же самонит. Я хочу найти место, где можно коридор сделать. Во. Ну. Какой же козлина.
приходи. Нет, это издевательство. Все? Фу. Наконец-то. Хотя бы этого забрали. Подожди, там какой-то лут интересный. О, да. Сейчас на луте умереть. Самое то. Вон. Осторожно, там Деснайка идет. Корона телепатии. Нифига себе. 100 000. 130. Вообще, это, наверное, самый дорогой лут, который тут был. Пока что. Оно того стоит. Чтобы умереть. На 30 уровне это того стоит. Погнали? Всякая дичь сомнится, какая-то мелкая, поэтому и лута нет. Еще два, вот два раза сейчас заряда просто мимо. А у тебя МД максимальный, да? 45. А вот это хорошо. Чё? Дракон. Many colors. Не, МД тут явно ни при чем, потому что у меня заряд тратится. Все. А никого не, при, не прилетает. О! Не супер круто, но пойдет. Если там еще что-нибудь интересное будет. Так. Первый раз увидел эго Razer Boomerang. Ну даже арт потом такой себе хреновый. Ну чё ж мы будем топять? По три заряда. Тоже жирно будет. 65. Ну. Так, секунду. Угу. Жду. Надо скинуть тяжелую. Тяжелый лут. Все, готов. Поехали. Угу. Там еще дэшечка. Это Many Colors, да? Нет, это Elemental. А. Давай это. Чекай это. А, так, все, готов. Стоп. Да, готов. Рунок нет. Понял. Тогда убираем лут. Весь убираем. Окей. Готов. Маус. Опять как это фигня. Shadowfax, но зато быстро будет. Два раза Голдер Ганрайдер. Только с него толк нет никому. Вот если по Iron Wing бы шли, вот это было бы, да. Лучше гварды. Или хотя бы Many Colors Вирмы. Семнадцать еще.
Вот мы яму вирну в Many Colors. Mm-hmm. А это Glowrung. Это сама. Mm-hmm. Это твой был. Ну это уже что-то. Рунки нет. Все. Все. Зарядов нет. Да, вот тут рунки не было. Лут. А у меня места нет. Тут наверняка что-нибудь голым есть, да. И все адамантин. Ненужное. Короче, мне спать пора, застрой вас и утачки. Да, да у меня уже лут полный. Я думаю, нам тоже пора идти. Скинь мне весь лут. Ломас просит. А. Ну чё, можешь еще разочек и все? Ну давай добьем то, что есть. У меня пока все целы. Так, чё тут целое-то самое? Мне куда положить? У него есть место еще? Не знаю. Секунду. Тогда надо будет чекать постоянно на города. Я танканул. А, место. Не, мне кажется, я его смогу танковать постоянно. То есть у меня палки не будут быстрее разряжаться, чем заряжаться. Выкини мусор. А, выкини мусор. Угу. Смотри, уже почти 4 полосочки взял. Не все так плохо. Да. Че дальше, как я качаю? А, я дальше с них раскачаю. Представляю, сколько тут эти челы сидели. Что они там 70-е брали. Не, ну 70-е... Дальником можно и в Cloud Plains-то взять, а вот здесь, чтобы взять 91-й. А такой был, да? Ну, есть, по крайней мере, дамп 91-го и стара. И еще, по-моему, мимика лучника. Не забудь кинотект делать. Угу. Так, надо смотреть еще, чтобы дичи не заспавнились. Там он демон с этим не заспавнился. Но он далеко. Тут твои деньги. Рынка. Опс. Блин. Постоянно дрезист прожимать. Во, а может вот так будет суммониться всегда? Ну-ка давай попробуем. Ну давай. Сейчас мы 50. Без лаваса делов наделаем. У меня этот есть. Рекорд? Да, я сразу прям прожму, если что. Смотри, вирмы сразу пошли. Да? О! Кушка. Летел, походу. Теперь посмотрим, как мы его бьем вдвоем. Может, это офенс-стойка? Так, что-то не то. Он снимает не эту. Он статы снимает. Он снимает зачары. Резист. Там. Зачары. А, у меня... а, в смысле, баф? Баф, да. А у меня нету этого. Иммуна к огню. У меня в лаве что-то сгорает постоянно. А прикинь, у меня астралком сгорит, а?
Так. Так. Не дай бог. Подожди, мне надо тогда отойти куда-нибудь. Это дичь. Я лучше в стене буду стоять. А ты на ромке не можешь поставить под себя ромку там и стоять? Так ее почему-то там нет. А, потому что там лава. А на лаву ромка не ставится. Я уже пытался много раз. Ну, лава с учета у меня, наверное, было, потому что... Ну, лава с он скинул этот скрин. Но опыт это фигище. Хорошо сидим. Ура! Четвертая опять полосочка добралась. Лол. Давай, даешь форму. Надо сундук этот брать. А мой? Нет, наверное. Вот как вот тут руну поставить? Да. Я вот копаю. И она не ставится. Так, ладно, сейчас. Я... А подо мной тоже лава? Да. Ну у тебя иммун? Да. Видишь? Пофиг. Ну поехали. Ладно, если появится, я увижу сразу. Это что было? Ой, это? Mountain Serpent. Ну, тогда надо лучше убрать. Где Гвар? Ты сейчас смотри. Я чекаю. А, нам не нужны, кстати, эти рунки стены. Твоя золото. Кстати. Да. Ну что, где-то там, но застрял в волте. Тогда он не призовется. Да. В следующий раз танкану. Ну, мы уже забрали карту, можно радоваться. Блин. Минус лут. Так, это я зря. Поехал? Да. Так, у меня что-то с этим. Угу. Был скачок, но вроде все норм. Давай дальше. Все. А. Палки закончились. Окей. Да, на лут тоже закончился. То есть там фигня, обычно. Ну, демон уже сломал нам весь тут. Угу. Так, еще две палки сломались. Что-то мало спит. Майя шамана. У него, наверное, было опыт, да. Так, ну все, вот эти свитки сейчас добиваем. Тогда хорош, да? Осталось два свитка и 38 зарядов. Поехали.
Опять. Причем. Ну тут ладно, тут свалил хотя бы. Да. Их двое уже тут. Давай. Сейчас мана. Правильно помню, то Сиблу приходит оповещение, когда кто-то заходит в Незрел. Да? Да. Чё-то так... И... Угу, стой. Твой. Это же были Warrior of the Dawn. Ну им некуда было спавниться. А, точно. Поехали. Тут чё-то забыл об этом. Да. Ну я могу зарядиться последним. Да, снова какой-то пролог был. Давай, добивай. О, 37. Нормально. Я прям весь стак зарядил. В Дискорде писали, что могут не все сломаться в стаке. По крайней мере, с палочкой. Я думаю, надо лут почаще чекать. Потому что может прийти какой-нибудь хрен, и мы его лишимся. Ну давай я чекаю под собой лут. Я не могу поднимать. У тебя рунка сверху. Моя? Да. О, там броня хорошая. Теперь все. Это тоже моя броня? Да, которая... ты же на них наступаешь. Не, по-моему, наступание... Нет? По-моему, знаю, нет. Может, это из сундука, кстати, выпал. Потому что вот я, по идее... Вот золото твое, хотя ты на меня не наступаешь. Продолжаем? Да. Так, что там за фигня? Опять что зарядов нет? Всё, 37 ещё. Как достали они. А у меня заряды закончились на палках. Ну, 31 заряд последний. Бафчики. Я думал, оно самое. Тут... Нет. Да. Кто дышит? А. Все, перебрал лут.
чё? Я подошел, сделал только один удар и убила его. Добил. Ну все, идем? Да, пошли. Можем пафосно... Да. Ладно, хороший опыт. Все живы, главное. Все, следующий этап это на Hellraiser. Да, надо запасаться хилками и идти на Hellraiser. А у тебя что, есть этот... ID большой? Нет, у меня нашелся с лута свиток идентификации. Да, все, идем за Hellraiser, идем за Дором. И потом за этим. За Зором. За... Да, и все. Вот, все, вот и план. Вот на Новый год исходим.